О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Уважаемые зрители, я прошу прощения, что сегодняшнее видео я записываю, сидя на унитазе. Но я не нашла никакого другого, более подходящего места для записи видео об идеальном стуле. Да, мы сегодня будем говорить о том, как выглядят идеальные какашки. Когда я еще не занималась натуропатией, вопрос стула у меня вообще не стоял. Я думала, что какать человек может и имеет полное право тогда, когда ему захочется, столько, сколько ему захочется. В общем, когда взбрендит, когда приспичит, тогда и хорошо. А вот теперь я, конечно, уже совершенно другого мнения придерживаюсь. Теперь, когда у меня стул регулярно каждое утро, как часы, а иногда еще и днем, я понимаю, что если нет стула по расписанию утром после подъема, то что-то происходит не так. И если у меня такое иногда вдруг случается, а это случается крайне редко и связано обычно с какими-нибудь форс-мажорными обстоятельствами, ну типа уехал из дома, как-то так не так питался, как обычно. Вот теперь я знаю, что стул по расписанию это очень здоровое явление. Так каким же должен быть здоровый, идеальный стул? Я не знаю, видели ли вы. Есть такой, по-моему, в Америке памятник какашки. Памятник какашки выглядит как змейка, свернувшаяся вот такой спиралькой. То есть вот как раз вот эта змейка, свернувшаяся спиралькой, и является образцом идеальной какашки, то есть идеального стула. Это должна быть не толстая змея, но именно змейка, такая скромных размеров. Но она должна быть длинной, непрерывной и скручиваться в спиральку. Почему я утверждаю, что это именно идеальный стул? Потому что пищевая масса, которая движется по кишечнику, она распределяется в нем равномерно. И если кишечник сам по себе не представляет, не является толстым, ну, название его толстый, но это не значит, что он толстый на самом деле, он довольно скромных размеров. И если стул на выходе из кишечника имеет диаметр больше, чем нормальный размер толстого кишечника, это значит, что стул просто очень долго накапливался, кал, и он растянул кишечник. Поэтому не радуйтесь особо, когда вы видите на выходе толстую колбасу. Это значит, что ваш кал пролежал в кишечнике больше, чем положено. Все-таки кал должен иметь размер кишечника, нормальный размер, естественный. То есть не растянутого кишечника, а находящегося в нормальном состоянии, а именно змейка. Почему непрерывная? Потому что вы непрерывно едите, и процесс пищеварения происходит непрерывно. Если у вас все хорошо с водонаполняемостью организма, если ваш кал не сухой, а достаточно влажный, то он обязательно будет непрерывным. Если же он вылетает как овечьи орешки, так называемые, то это уже говорит о патологии, и с этим уже нужно разбираться. Так, мы уяснили, что идеальный стул приходит по часам, что он имеет форму длинной, довольно тоненькой, не очень толстой змейки. И теперь мы должны еще поговорить о его запахе. Идеальный стул не имеет зловонного, отвратительного запаха. Зловонный запах появляется тогда, когда в кишечнике преобладают процессы гниения, а преобладают они тогда, когда человек злоупотребляет
продуктами животного происхождения, когда он понятия не имеет о том, что такое очищать кишечник, чистота кишечника, когда он не интересуется живым питанием, когда у него мало клетчатки в питании, вот тогда в результате процесса гниения стул имеет дурно пахнущий запах. Человек, который питается по большей части растительной пищей, и особенно сырой растительной пищей, ну, как я, например, не имеет отвратительного запаха стула. Этот запах скорее более нейтральный, имеет такой ароматец перепревшей травки. И после такого человека зайти в туалет, ну, в принципе, ничего страшного. Можно даже не пользоваться этим освежителем воздуха. Вот, я вам описала, каким бывает идеальный стул. Конечно же, я пришла не сразу к такому идеальному стулу. Для этого потребовалось некоторое время. Если говорить честно, то не один год. Для того, чтобы я нормализовала свое питание, для того, чтобы я поработала над чистотой своего кишечника. Но все получилось, все свершилось. И вот сейчас я являюсь обладательницей идеального стула. И, конечно же, желаю, чтобы каждый из вас тоже имел идеальный стул, потому что ваш стул говорит о вашем здоровье, о здоровье вашего кишечника, а значит и о здоровье всего организма. Пока, до встречи и посмотри еще вот это видео. Увидимся!